Дорогие первокурсники, уважаемые друзья, родители, все, кто пришел в первый и не в первый раз в нашу Академию в этот День знаний. Мы рады приветствовать вас в стенах Президентской Академии, Национальной школы управления, лучшего вуза нашей страны. Поздравляем вас с Днем знаний, с первым учебным днем. Для кого-то первым, для кого-то нет, но главное, серьезным шагом во взрослую жизнь. Мы знаем, что вы чувствуете сейчас. Это ощущение пройденного важного рубежа. Ощущение новой жизни, полной новых вызовов и ответственности. Именно сейчас вы это чувствуете особенно остро. Возьмите эту энергию, которая вас наполняет, и пронесите через все годы обучения. ВУЗ – это стартовая площадка. От нее много зависит. Зависит, каким будет ваш старт в будущую взрослую жизнь. Президентская академия – это отличная стартовая площадка вне зависимости от региона, где вы к нам поступили. Вы уже сейчас, даже не успев приступить к учебе, получаете все ее преимущества. Статус студента Президентской академии. Вы сделали первый в своей жизни самостоятельный выбор. Им стала Президентская академия. Это выбор свидетельства, что вы стремитесь к успеху, готовы к напряженной учебе и чувствуете себе силы сделать профессиональную карьеру и получить удовольствие от того, что можете сделать лучше сначала свою жизнь и жизнь своей семьи, а затем лучше и жизнь нашего замечательного города, нашей удивительной страны. Но прежде вам предстоят годы трудной и интересной учебы. Уверен, что вы сделали свой выбор для того, чтобы получить глубокие, серьезные, фундаментальные знания в сфере экономики, цифровых и информационных технологий. Надеюсь, эти знания помогут достичь вам самых больших высот. Вы сделали такой выбор, думаю, потому что РАНХИКС – это действительное пространство выбора. От классического востоковедения и до, скажем, государственной политики. У нас большое количество разных дисциплинарных направлений. Гуманитарных, проектных, коммуникативных, международных и все, что вы можете себе вообразить. Вы сделали этот выбор, потому что именно мы готовим первоклассных специалистов, которые могут решать задачи стратегической важности не только в сфере права и обеспечения условий для устойчивого социально-экономического развития страны, но и в области национальной безопасности. Вы поступили в головной номер один управленческий вуз страны. Управленческий, потому что здесь учат не физики или химии, не общие экономики для аналитиков из библиотек. Здесь учат управленцев, людей, которые работают с другими людьми, которые делают предпринимательские проекты. Не случайно, и это очень важно, здесь находится первая бизнес-школа страны, старейшая и первая по уровню, самая международная. Здесь реализуются потрясающие международные проекты, где предприниматели из разных стран работают вместе. Это шанс. Мы учим умных не быть бедными. Какими бы ни были ваши интересы, образование, управление, финансы или другое, нас объединяет стремление неуклонно формировать лидера будущего с высоким чувством ответственности. Мы научим вас не бояться озвучивать новые идеи, поддерживать друг друга, справляться с трудностями, достигать желаемого. Мы дадим вам профессиональные компетенции, мобильность, широкую сеть деловых контактов, способности формировать финансовые и репутационные преимущества для себя и своей компании. Мы научим вас быть востребованными в сфере государственного управления в бизнесе. В учебных аудиториях вас ждут профессионалы с безупречной репутацией, которые никогда не останавливаются на достигнутом. Мы поможем вам влюбиться в выбранное дело, научиться справляться с трудностями, строить свою профессиональную жизнь. А самое главное, чтобы уже через несколько лет могли гордиться первыми серьезными успехами. У нас вас ждут сложные и интересные годы учебы. Но Академия – это не только место, где человек учится, получает специальность. Это площадка для жизни, для дискуссий, для формирования образа мышления, для формирования вашего характера. Только так можно сформировать управленческую элиту для государственного и муниципального управления, для бизнеса, для крупных корпораций и малых фирм, для некоммерческих организаций. Вы наверняка знаете, что наша Академия – это большое и крепкое братство. Каждый институт и факультет – это семья,
И это не просто слова, это ощущение, с которым мы живем и работаем, когда мы объединены не просто профессиональными отношениями, а взаимной симпатией и желанием поддержать. Академия – это еще и бизнес-сообщество. С первых занятий наши студенты полностью погружаются в атмосферу реального рынка, максимально прикладного образования. А в конце разрабатывают проекты и презентуют опытным представителям бизнеса. Многие из проектов, разработанные нашими студентами в этих стенах, уже стали стартапами крупных корпораций. И в момент вашего триумфа, когда через 4 года вы получите свой диплом, мы будем с вами. Давайте пройдем эту дорогу вместе. И сейчас мы хотим спросить вас. Вы готовы учиться? Вы готовы учиться упорно? А вы готовы интересно учиться? Тогда добрый путь.